Рыбные деликатесы снова в Твери. С 15 по 20 ноября в ТЦ «Олимп» открывается выставка-продажа «Дары Камчатки», на которую приглашают всех жителей и гостей областной столицы. Рыбные деликатесы снова в Твери. Для тех, кто не успел попробовать свежий лов прямо с Камчатки. Долгожданная выставка-продажа начинает свою работу с 15 ноября. Здесь в павильоне «Икра и рыба камчатская» представлено более 35 видов рыб, в том числе благородных пород – белорыбица, нерка, чавыча, кижуч, палтус. Даже требовательных гурманов восхитит отменный вкус чавычи и белорыбицы. Тем более, что рыба содержит незаменимые микроэлементы, полиненасыщенные жирные кислоты омега-3. А еще рыба горячего и холодного копчения. И куда без красной икры, свежайшая, зернистая. Я очень люблю эту компанию, и каждый год по два раза даже прихожу и покупаю именно в этой компании. Нам очень нравится эта продукция, она всегда качественная, свежая. Ну и не так легко найти, в общем-то, такую точку в городе. За качество производители отвечают, ведь за прилавком стоят сами. Ищите павильон «Икра и рыба камчатская» в ТЦ «Олимп», второй этаж. Выставка-продажа будет работать с 15 по 20 ноября.